Всем привет, с вами Игробитый Кос, с вами сегодня Котяра, с нами сегодня Трудрампир. До свидания. Сегодня мы продолжаем проходить StarCraft 2 за протосов и начинаем, короче. Я не хочу много говорить больше. Я каждый раз новые мысли, и это сложно. Все, поехали. Читаем, смотрим. Вот, потом дальше, когда я закончу серию за протосов, потом будут стримы, я покажу вам секретную миссию тиранов. Очень интересная, кстати. Я сам о ней только в интернете нашел, и это не я нашел. Это я нашел. Я, нет, нашел это я, а в смысле саму миссию не я нашел. Я нашел. Ну, честно. Хорошо, ты нашел. Вот. Как и было предсказано. Смотрю видео. Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зернан. Лишь одна часть пророчества остается неизвестной. Ты поглядывай на чат. Свеча. А хотя я сам буду его смотреть. И лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, также известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайну. Смиренно прошу твоей помощи. Какие когти? Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Тамплиеры! Нам удалось отследить их путь до базы тиранов. Но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Тайс. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. Господи, какие злоумные словечки, а? Удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зератул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибриды для армии Амуна. Мой Рой сотрет ее в порошок. Я знаю, что это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Сейчас подойдем. Не волнуйся, Тайс. Мы будем сражаться. При должной тактике и скорости нам удастся избежать встречи с Роем. Ну ты еще трансляция закончилась. Хорошо. Я подготовил вас к твоему прибытию. Окей. Ну, ясно. Кибергейм идет и идет. Ну да, и будем сидеть тут. Все, долбали. Да. Впереди зал, где удерживают пленных тамплиеров. Войны к бою! Окей. У протосов есть такая штучка ускорение, оно ускорять будет процесс постройки любого здания, либо здесь лимитов строить, либо еще где-то. Но она накапливается. Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. Давай. Там стоит справа какой-то работник. Темный прилад. Чтобы добраться до Мельника, да. Нам придется пересечь путь, по которому следует... Кристаллы ворует! Избегайте встречи с зергами любой ценой. Здесь зерги. Выступайте лишь когда поблизости не будет Роя.
Так, все. БЕ пион. Раз, БЕ пион, два. Блин. А разве пилон не надо рядом с базой строить? Нет, их можно где угодно, и как раз вокруг них только я могу их строить. На синих вот этих штучках. А, ну да. А, на базе уже есть. Да. Если бы их не было, база была бы неактивна, кроме Нексуса. Ну да. Ускоряем процесс. Так, сколько сюда? Еще 10. Ну, нормально он говорит. Не хватает минералов. Это придираешь. Рой собирает силы для удара. Воины. Ты что, турель ставишь? Ну да, я знаю, что отсюда полетят. А-а-а, ты уже все знаешь. Да. Щитер. Не щитер, я играл. Вперед, слуги мои. Я же прежде чем что-то делать, пробую. Не хватает, утка подгорает, ну да. Не хватает минералов. Давайте уж быстрее строимся. Тебе надо успеть раньше, чем Рой, да, уничтожит? Да. И еще мне нужен газ. Блин, нет, работает. Ты работаешь. У меня еще одно и хватит. Ну да. Они в принципе мощные. Да. Они и детекторы, и по воздуху, и по земле. Вообще шикарная вещь. Мне всегда не нравились. Иди пока, Рой. Когда Рой в следующий раз пойдет атаковать, иди уничтожь, Рой. Я не смогу. Мне сил не хватит. А ты что, войска не можешь создавать? Могу. Я могу на фотоне здесь, конечно. Только они будут... Они фу, здесь... не фотонь тут. Они сейчас здесь построят базу и уже отсюда будут идти, а не оттуда. А. В этом плане они продумали. Уничтожьте базу протасов во славу нашего повелителя. О, летят. А мы ждали. Все. Да, это десантники, что ли, были? А? Да, высадку хотели сделать. Не, это не Голиаф, а которые эти, блин, викинги. Они и по воздуху, и по земле. Но чтобы по земле, надо спуститься на землю. Наверняка они планируют вскоре нанести удар. Ну я не успею здесь за фотоник ни хера, и все равно они меня это не убьют. Да, у них... А, о, смотри, они уходят. Ну да. Иди убивай. Ну конечно, они меня убьют. Ну им смотри, туда красная точка, а тебе вон зеленая ближе. Ну да. А я буду вот так без знака идти. Ты будешь зигзагами идти? Зачем? А, ну так заставляет компания. Построй летающих юнитов. Нету. Тогда пусть на руках фотонку несут. Что ты еще хочешь создать? Робототехнику. А? Робототехнику. А-а-а. Требуется больше весны. У меня газа нема. Так, теперь Б. Г. Б. Е. Е получается. Б. Г. Опять. Г.
Ну, для скорости создания юнитов. Так, еще... Тебе не нужно много юнитов в этой миссии. Ну, не знаю, не знаю. Я знаю. Че, ускорил что ли? Да, вот эта штука ускоряет. Темпоральное ускорение. А где она накапливается? А, вижу, где она накапливается. Или нет, не вижу. Ну вот она. Сиреневая. Сиреневая внизу. 45, 46. А, во, вижу. Только на главной базе, да, она типа? Она есть, но я могу на любую базу направить. Ага. На базе накапливается, а потом от нее можно уже куда хочешь. Да. Ну вот сюда, примерно. Так. А у тебя героя здесь нету, да, твоего этого Зератула? Нету. Я без него. А кто ж тогда прилетел сюда? Он корабль чей стоит. Где? Ну вот, чуть ниже. А я не знаю, где он. Идиот, идиот, идиот. Я не знаю, где он, его тут нет. Если бы он был, здесь бы опиталка была его. Ну да, ну блин, интересно. Так, что-то не хватает, а что-то не построил. Святилище не построил. Нахрена тебе святилище? Чтобы я мог больше строить. А, нет, не могу. Ну ладно. Так, и пилоны мне нужны. Уже атакован, только ушел. Ну да. Не, я отбиваю. Так, а как протосы лечатся? А у них просто щит набегает обратно. А, жизнь нет, да? Да. Синие восстанавливаются, зеленые нет. Убейте его. Потеряли разум. Они прислуживают гибридам. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Сердце тьмы. Минералки, минералки. Ресурсы. Да. Вон там в пробирке кто-то есть, освободи его. Я не буду служить тебе лично. Ради возмездия. Ты его раздавил. Ну он исчез. Жизнь за ада. Что? Жизнь за ада. Надо побольше армии. Так, темный тамплиер, он... Ага, все, он вот этого хочу. Он невидимый. Очень рад. Я... Голос... Ну давай, бегите, господи. Мы едины с тенью. Нужно построить войско зергов. Еще воздушных был. Скоро войдет в атаку. Нам нужно соблюдать осторожность. Ладно, пошли так. Что ты? А если тебя зенги заметят, они тебя сразу атакуют? Я думаю, да. Я так и не переполался. Благодарю.
Темные тамплиеры? Что тебе известно об этой лаборатории? Нет, идиоты, по-моему. Или может тамплиеры? Ну, вообще-то похищали тамплиеров. И ставили эксперименты с нашей плотью. Многие из нас погибли. Я уже видел подобную мерзость. Но народ мертв. Кто же доставил вас сюда? Увы, я не могу сказать. Ретор, мы хотели бы присоединиться к тебе и отомстить за гибель наших братьев по оружию. У вас времени нету. Тогда готовьтесь к бою, тамплиеры. Видишь, тамплиеры. Окей. Тамплиеры должны быть невидимыми. Приказывай. Короче, это зиоты. Чего? Войны, неподалеку от вас еще одна камера. Вперед! Да свершите бегу. Лекари, медики. С помощью Филона. Но это невозможно. Они экспериментируют. Корабли улетают их. Да, фрать на них. Мы должны уничтожить Филон. И захватить Филон. Хватай Филон. Ты можешь здесь базу строить. Могу, но мне не надо. А зачем тебе этот пилон? Активируй пилон. Сложно поверить, что... ты не все ресурсы взял там. Они смогли разобраться в наших технологиях. Зато тебе войско прибавилось. Ну ладно, если что... А, блин, теперь мне пилоны надо строить. Блин. Привет, Димоном Икс. Здорово. Ты нашел, как нас найти. Ты сделал это. Я уж не надеюсь. Что... Еще одна волна зергов накапливает силы. Постарайтесь. Что там зерги делают? У них на пути. Ну вот сейчас они пойдут. Сисы накапливают свои. Что ты предложишь? Я... Сейчас мне тут надо базу. Корпус Мёбиуса. Рой идет за вами. Волна неотвратимой смерти, что мы несем, вот-вот накроет вас с головой. Как праздничное настроение? Какое праздничное настроение? Да. Мы Новый год еще не скоро. Ну, еще мои день рождения. Тоже еще не скоро. Еще целых две недели. Зима, елки. Какая зима? У нас осень только наступила. Дожди пошли. Ну, сегодня снега немножко выпало, но это просто... По приколу. Бывает такое осенью. Чё ты генератор уничтожаешь? Я мост сейчас открою. Теперь ближе будет. Уничтожив панель управления мостом, мы получили дополнительный проход к Нексусу. Твои придурки обратно возвращаются, смотри. Туда-сюда бегают. Это невидимые. О, кстати, пойдем со мной. Сразу построим базу. А, добывать что? Ну да, пусть работает. А ты тогда заранее готовься. Боброчек? Да. У тебя остается все меньше времени, Зератул. Не знаю, я вроде успеваю. Тебе не хуже меня известно, что Амон жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зелнага. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зергом. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать. Рой скоро пойдет в очередную атаку. Рабы гибридов Амуна не заслуживают жалости. Поглотите их всех.
Только у нас времени 21:09. Ну, короче, 9 часов 10 минут. Привет, Лёшка. Здорово. Перешёл к нам? Перешёл к нам. Еще ресурсы. Да. Пилон поставь. Да. Где у тебя бой идет? Надеюсь, хватит. Жалкие людишки. А там зеркало. Или нет, это иглобрюх. Или глаза, или как его там. Игла что-то там, да. Иглажов. Так, я же строю вас. А куда вы уходили все? А не к твоим войскам? Не знаю. Или они здесь все? На главной базе. Все там войска? Посмотри в войска. Да не, не могу. Все они могут. Так. Все могут короли. Слушай, будешь строить сразу, лучше тогда на минералы. Правда. Иди войсками управляй, это у тебя там что-то жопа. Хватит тут добывать все. У тебя и так до хрена уже. Мало. Ну, Димон, да, на новогодней распродаже я буду, наверное, возьму пару игр. Если что-нибудь интересное будет. А так у меня и так достаточно игр, которых еще стримить и стримить. Более в ближайшее время, наверное, ну, как в ближайшее, после Нового года, наверное, обратно вернусь к этим играм от Соньки. А, Лёшка, Твич не угодил тем, что там каждые, ну, каждые 5 минут, каждую минуту открывается стрим и всё. Иди быстрее, проходи. Чё у тебя рабочий тут делает? Я хочу попробовать запотанить. Вдруг получится. Так а что ты эти пилоны-то строишь? Тебе фотоны надо. Я не могу строить фотонки без пилона. Ну я имею в виду, ты одну построил и мог бы уже вокруг нее. Лопу, не хочу с тобой общаться. Сейчас. Давай уже стройте. Ну, Лёшка, походу у всех с Инетом жопа, потому что, блин, на Твиче такая хрень не происходит. Просто, если я не уничтожу потомку, вот на Питеон, потомки у меня обесточатся. Это я знаю, но у тебя от одной фото... от одного пилона может столько фотонов, блин. Чё застрял? Песец, конечно. Что такое? Настроил тут. Ну естественно, я всегда люблю строить много фотонов. Ты не хочешь своими войсками чуть дальше пройти, а то потом не пролезут? Ударим по ним изо всех сил! Вон там кто-то уже атаковать сейчас тебя будет. Не получится. Так, кстати, я что-то забыл. Надо сюда дойти. Зачем? Не знаю. Они хотят. Там еще один красный пилон. А.
Я думаю, они без меня справятся. Так, у меня заканчивается деньги. Ну еще бы, ты тут столько настроил. Надо. Любитель извращений. Он их пробьет, эту оборону расплюнул. Мы вернули себе контроль над обоими пилонами. Вызываю подкрепление. Обоими? Обои? При чем тут обои? Иди со своим подкреплением уже вперед. Сейчас приду уже, дай я дострою. Ты достал, у тебя сейчас все, кончились деньги. Вот теперь все. Теперь я тут застрял, рабочий. У тебя вон дебилы застряли везде. Блин, еще нашел ресурс. О, смотри. Вот его надо посмотреть. Рой готовится. Ну давай глянем. Последний рубеж корпуса Мёбиуса. Нам следует поторопиться. Да успею я, успею. Все равно мне потом ее уничтожать надо будет. А? Все равно мне ее потом уничтожать надо будет. Слуги вы, да. Сражайтесь и убивайте. Пора с этим покончить. Смотри, будь счастлив, они немножко покромсали их. Кстати, возможно, даже перебьют. Не, вряд ли. Хотя... Мы не помешаем. Лол. Атака прошла впустую. А в будущем нам стоит избегать встречи с Роем. Да, конечно. Это было весело. Уничтожить... У меня больше денег не хватит на такую отстройку. Это что за хрень такая стоит? Гибрид, что ли, да? Да. Там что-то... даже свой возраст дать. Это у меня армия была больше, конечно. Проблему, Зератул. И честь обязывает меня помочь тебе. Мы вместе захватим этот храм. А это с обручем, как Зена бегает. Все, там я прошел, блин. Ну ладно. Надо было протусов убить тогда. Ой. На участке рядом с храмом. Мы готовы выступить против Талдаримов. Воистину, это будет славная битва, брат мой. Дурацкая битва, кстати, если честно. Чё, проигрываешь постоянно? Здесь с газом проблемы. Влад, проверься. Сходи там к врачу. Да нет, все хорошо.
проблемы с газами, ну, все будут мешать. Вот случайно где-нибудь у себя на работе запрешься, и начнутся проблемы, и все. Его древние стены скрывают нашу. Знаешь, у меня на работе без того запах есть наверняка. А, то есть ты еще не знаешь точно? Ну, у меня понятия нет. Окей. Какой кровью? Это же роботы. Нефтью. Это не сулит ничего хорошего. Но это еще не конец наших бед, Зератул. Этот мир в агонии. Находящиеся под корой планеты запасы Веспена нестабильны. Он постоянно извергается на поверхность. Образующиеся в результате разломы наш единственный способ получения газа. Чтобы собрать армию, нам нужно будет их захватить. Надеюсь, этот храм стоит таких усилий. Я тоже на это надеюсь. Хотя я знаю, что стоит. Лёшка, спрашивали, я спрашивал Ромку, сказал, что сайт просто удалили из-за хостинга, что-то там плееры какие-то не такие или что-то такое. И походу там вообще тот сайт, на котором сайт делали наш, его, по-моему, самого удалили. Давление в ядре планеты нарастает. Ну хрен знает, может он использовал просто это, пиратил. Не платил никому ничего. Приготовьтесь выдвигаться. Хотя сайт был платный. Мы Ромка сколько-то там его покупал на год, по-моему. Ну да, на год-то не прошел. Просто он перед отъездом сюда покупал. Да. Тут газа нету, газ только из этих херовин по 2-3 штучки не подает. Зато тут есть патроны. Блин, они вот здесь назвали зону. А в первой части это была проба. Проба? Да. Хоть не пробка. Как-то проба мне больше нравилась. Так, все, фотонимся. Блин, я не могу фотониться, потому что мне нужно оружие. Ладно, иди работай, пока строишь. Сейсмическое давление скоро бахнет. Пукнет газом у нас. Ага. Хорошо. Нужно поторопиться, чтобы... Не, Лёшка, чё твич-то? Он кибергейм нормально работает. Да? Правда, с чатом немножко. Непонятно, почему он до сих пор загрузку пишет в чате. Да, на твиче канал сам дохнет. Трансляция, а здесь чат не грузится. Я думал, 3 штучки хватит. Я голос. Надо срочно отбить. Пригодятся тебе. Пустота. Быстро отбить. И этот пукнул. Ради возмездия. Привет, Рыжик. Здорово, Рыжик. Тоже нашла нас. Что случилось? Но случилось удаление нашего сайта. Ты должен выжить.
Твой корабль чуть не сломаешь. Да. Он, по-моему, у тебя единственный летающий будет. Пока нет, я могу батоны строить здесь. А, можешь? Да. Кто его удалил? А кто его знает, кто его удалил? Кто-то удалил. Правительство Российской Федерации. Но не мы. Путин. Ну, точно не я, на меня этого не спишут. Ну, не знаю, может, кому-то не нравится, что ты в StarCraft играешь. Может быть, за пиратскую версию? А ты уверен, что она пиратская? Ну, я уверен, что она не должна быть так. Она должна быть куплена. В этом я уверен. А, уже чего странно? Уже неделю удален сайт? Не может быть, он неделю удален. Мы тут вчера стримили. Он не потерпит вашего существа. Только вчера стрим был. Да. Так, ко мне идут гости. А, Влад играет неделю. Что? Да он больше недели уже играет. Ну да. Я неделю допилил. Ну, Махмутов удалил. Нет, Махмутов не способен удалить. Стена. Заманчиво. Мне нужен газик. Кафель? Газик. Кафель. Иди фасоли поешь. Для батона мне надо что? Маяк флотилии. Маньяк флотилии. Да. Маяк флотилии, маяк флотилии. Все, я строю батон. Подаримы ведут добычу среди этих скал. Да. Вот это мне надо. Это что такое? А там газ там добывается. Но очень мало, конечно, но добывается. О! Рыжик сегодня брата установила, второй старик. О, вот так. Он тоже тащится от старика? От старика. Так, ну на батона у меня уйдет 250 минералов. На один батон только. О, пукай да радует. Неподалеку обнаружены дополнительные разломы. Ну я не пойду, у меня армии нет. Можно я туда не пойду? Ты можешь одним маленьким сбегать, забрать и убежать. Хотя можно вот зилотов построить еще. Они не требуют веспита. Пустота. Холодна. О, а там никого нету, что ли? Умпа-лумпа? Чего? Чего? Ты бредишь? А ты что сказал? Я говорю, там нету никого. А, мне послушалась умпа-лумпа какая-то. Ни хрена себе никого. Ты пьяный. Не, я просто буррито съел. А-а-а. Говно какое-то. Да. Никакого мяса, блин. Какой-то кусок, маленький кусок фарша и все. О, сейчас газ пустится, слышишь? Лови газ. Не, не здесь. Чего? Ядро трескается? Блин, надо идти туда. Что ты? Да. Там много. Ну, Анна Голд, Димон, мы же тебе говорили, она в Бразилии, на пляже, подрабатывает в баре, отдыхает, купается. Вы должны пробиться обратно. Пожалуйста. Ой, они подмогу вызвали. Мне главное пробиться. Убей фотонку. И эту хрень убивай, которая подмогу вызывает. Она один раз вызывает. Неважно, убей ее.
По сотни неплохо. Ну, мало все равно. Блин, туда как идти? Еще не разу. Понятно, понятно. Я не готов. А ты куда идешь? Понятно. Ой, что-то сейчас тебя, по-моему. Не, Димон, это не прикол. Это просто явная ложь. Так, один батон мы построили. Где он? Устроился, видишь? Ты же сказал, построили. Отправили в разработку. Ага. А ты почему тут иди туда? Жизнь за Айю. Я бы сюда вот с батоном пойду. Без батона не пойду. Возьми булочку. О, а туда как попасть? Блин, через это идти все равно. Ладно, давайте создавать мне армию небольшую. Мы едины с тени. Да, я имел PlayStation 2. О, я же могу ускорить процесс. Ну я имел и PlayStation 1 и полтора. А вот третью, четвертую я не имел. Плохо. Ну, у меня Xbox 360 вместо третьей. А вместо четвертой я пока... Ты в него играешь? Кого? Xbox. Нет. У меня столько игр сейчас на Steam, что... О, новый куплю сейчас. А я еще тут не собрал. Дополнительные разломы. Димон, ну я много игр прошел на второй Соньке. Очень много. Потом стройся. Блин, и только этих четыре. Че? Больше корабликов. А их тут 4 только максимум. А, нет. 5. Их 8. Ладно, все, понял. Самое время действуем наш шлем. Газики хочу, газики. Я с вами пошутил. Урод. Если батона заставить на кого-то нападать, пока он не убьет, он не закончит. Да, играл, Димон. Нет, убивай это, которое призывает. Готов, ладно, все равно призывает. А, батон молодец. О, я же могу. Тупо. Не убей мой батон. Да, Metal Gear Solid тоже играл. Ну, Димон, крутых игр на Соньке на второй много было. И это ты перечислил не самые крутые. А что у тебя в камнях? Тоже газ? А вот оттуда газ будет добываться сам. А. О, приперлись. Я думаю, мы запомним. Я думаю, построить надо больше потом, в следующий раз. Так. Ну, блин, твой батон вернулся. Ну да.
пролезай, пролезай, жирная семья. Так, и сюда бы добавить тогда. Так, ну я думаю, хватит. Точнее, я надеюсь, что хватит. Ну да. Что там, второй батон еще не можешь строить? Нет, мне не хватит. 250 газа на него надо. Ты до сих пор эту добычку не разрушил. Да. Я отвлекся, надо было срочно спасать. Да, котяра всегда был такой приколистый, веселый чел. Да ладно, вообще я унылый, говно. Мне вообще очень сложно разговаривать. Тебя-то? Да. Да ты, это, не переставая. Да ладно тебе. Так, сколько газов? 53. О, естественный канал выхода Весперна. Искатель пустоты на орбите немедленно. Иди вон газ слева сверху всю. Капец, как быстро, да? Скоро начнется еще одно извержение. Иди уже, добывай. Я ожидаю появления разлома в отмеченных местах. Мы-то добывай, его добывать оттуда не надо. Ну я имею в виду, забери. Ну это да. Пока, Алёш. Пока, Алёш. Тебе не интересно с нами. Калёш. Не покалёшь нас. Так, сюда как пройти? Эй, молодежь, идем все одной дорогой только. Нехер мне тут. У тебя батон сейчас пойдет вообще напрямик. Я понял. Иди поверху, чё. Кстати, батон построить надо. Ой, две штуки смогу. Так это же авианосец, а не батон. Это батон. Он с первой части был батоном, и батоном и остался. Может, он потом? Да нет, он потом. Он потом. Он самый шикарный. Потом. Потом. Из батона. Вон, иди, камень ломай следующий. Сейчас, подожди. Да все он мне газа там дает-то? Я пукаю больше, блин. Не сомневай. Ну вот раз, Димон, я вместо третьей Соньки купил себе этот Xbox 360. Эти рабочих бьют. Они не могут по воздуху бить. Они могут здание бить. Так, а ну быстро рубили потом. Да, вот это грузите как хотите. Короче, я зря сюда пошел. Это да, смысла в этом не было. Так. Все сюда, все сюда. Быстро строимся. Эй, вот это. Твой батон потрепали. Немножко. Он восстановится, я уверен. Задолбали бить батон. Уроды. Он дорогой вообще-то. Он мой дорогой батон. Ой-ой. Да, этот большой дядька клевый. Да, мы не его быстренько. Вон еще два батона. Так, мне бы зивотов. Да. Мне бы пилонов еще. Да. Мне все надо.
Да! Вылезает с этого дома. Да, я думаю, хватит. Нас ждет победа. Нас ждут парнишки. Давайте быстрее строиться, а? Так, ну, надеюсь, там никого нет особо. Ну, еще бы тут кто-то был. Тут никого нет особо, шикарно. Ты целую базу сломал рядышком. Эй, не подходим, нас тут нету. А, там что-то лежит. О, камешек, смотри. Газики. Газики добывающие. Ну, батоны, давайте. Я вас не приятно купал. Целую кучу. Да. Точнее, целую группу. Так, надо еще батоны. А, фото с Хэллоуина в ВК, да, есть, но у меня на странице. Да, есть. Ломай газик, ты что ты стоишь? А, блин, Пил, газ! Еще один канал выхода. Хороший. Согласно данным о сейсмической активности, остается... Какой линк? Ой, сейчас скину ссылку. Ой! Сиротул, ну, ща надо. Еще одно извержение. Так. Я отметил на карте местоположение разломов. Нет. Нет. Мы сейчас атакуем, батоны двигаемся. Не стоим на месте. Деньги больше у нас, в конце концов. Что-то я не... Всё. Уничтожаем быстренько потомки. Видишь, какая вещь подошла? Не видел, я все пропустил. Ну и зря. Да ладно, шучу. Вот. Батоны шикарные. Че там все ойкают? С кем что случилось? Влад, ты что-то натворил? Я ничего не делал. А че все ой? Это не я. Вот. Ну я понял, что это Рыжик и Димон что-то лайкают. А чё лайкают? Просто спрашиваю. Я первый начал. А, я лайкал, что ли? Да, ну может быть. А чё вы повторяете? Повторюсь. Вообще. У нас нет крови, да, у нас плазма течет в венах и нефть. Где мои батоны? Они же будут. А, вон они едут. Ты что, еще вызвал двух? Блин, с кем вы деретесь? Что его отойти? И началось, да? А чё у нас тут? Чё это у них? База какая-то странная. Не знаю, что у них какая-то база. Саракуну. Так, отбиваетесь? Молодцы. Пилотов не хватает. Пилотов. Так, да где? Да вижу я, вот ты, сёрочка. Да где? Ничего не будет с этой базой, да? Да нет. Команду назвал старый дряхлый. Только он подправлен немножко.
и все. А вернуть сможешь? Кого? Рабочего. Ну да, вон полез. А ты куда побежал? Пролезая. О, живый, черный. О, гадик. Еще. Да, ага, уже гадик, это много. Так, еще один газик. Наверху там. Действуем без повеления. Без повеления действует, чё? Идем. Быстро. Батоны отбиваемся. Только толку от этого. Я причем славу на боевой. А как ты туда пошел? Пошел к тебе по кругу. Говнюк. Все, здесь собирайтесь. А лучше здесь. А, они не могут сюда пойти-то. Могут. У тебя заблокирована здесь дорога. Они вокруг пойдут. Дорога свободна. Ибо нехер выпендривался. Ну а там что-то твои пипети, придурки. Куда они летят-то? А, я их отправил. Так, а газика заберем. Наше преимущество неоспоримо. Нас ждет ум, она к вору. Каран, вакак, на складу. Где вы там, народ? А, они с кругалями идут. Блин. Еще одно извержение. Отмечаю на карте его расположение. Ну давайте поскорее. Господи. Один пусть вот, одного отправь вниз. Зачем вниз? Ну вон, видишь, у тебя зеленая точка, еще газ. Нет. Один, когда по пути пойдет, сюда отправь. Ну, чтобы он сразу собрался, пока ты там развлекаешься. Эй. Ух ты, ни хрена тут. Ну, это так лучше, что ли? Надо привести. Так, мужики, стоим здесь. Нету тут ничего. Так подожди, сейчас извержение будет. Все ждать. Ты пока теми собери. А, ты посмотри, что сверху творится. Что? А. Вообще-то ничего, но все равно. Что творится? Ничего. Я просто тебя отвлекаю. Ну давай, рожай. Короче, мы вернемся за этим газом. Ну слушай, он один пускай здесь и стоит. Поздно, я целиком армию всегда выделяю. Ну, бога. О, сейчас извержение польется. Ну все, и газа потом больше не будет. Ты даже собрать им не можешь нормально. Жизнь за Айка. За Айка? Жизнь за Айю. Ну что-то такое, да, он бьет. Ой, игра сохранена. Наше преимущество ждем указаний. Действуем без промедления. Батоны, атакуем. Кидай в них плюшками. Она к вору.
Бун Бонаква. Мне кажется, у тебя там 1000 с чем-то. Чего? На пилонах. А, 134, 138. А, значит, кажется. Ну и минералы закончились. Минералы закончились? У тебя еще есть база. Ну да, можно построить. Наше преимущество — жизнь за Ай. Так, там ни хера нету. Вот сюда надо. Жизнь за Айю. Хочу батоны. Месторождение минералов истощено. Жизнь за Айю. Так, Б, блин, Б, Е. Застрели. Нужно построить больше пилонов. Слушай, по-моему, чем дальше я не трогаю гейзер, тем больше. Чё, тем больше? Газы из него выходят. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть вроде здесь, да? Да, шесть. И чё? Ну вот сейчас это дойдет до конца. А куда она еще идет? Если гейзер... Вообще-то сейчас просто перед самым концом появятся еще новые дырки. Да. Либо из старых дырок посыпется у тебя. И там нету, что чем больше, чем реже используешь, тем больше вылезет. Да? Да. Ну ладно. Да, уходи, ладно. Патроны вперед. Забираем. Забираем. Мы готовы к атаке. Мы готовы к макаке. Эх, там тебя кто-то атакует. Ага. Батоны, он дорогой. Собака. Я тебе сказал, кто-то атакует. Бляха. Шлепнул ведь. Нефиг отвлекаться. Я был рабочих отправил. Еще одно извержение. Отмечаю на карте его расположение. Видишь? Окей. Это старые дырки или новые дырки? Да, старые. По старым дыркам лазишь, да? Откройся ты, господи. Да тебе газа уже не нужно, у тебя вон 4000. Ну сейчас уже пойду. Надо еще батонов. Ну почти все это делаю. Рабочие. У тебя рабочие халявят. Да. О, 24. О, круто. Ровно так. Тютелька. Так, слушай-ка. Улучшение обшивка протосов. Я могу тратить деньги на улучшение своей армии. Да, трать. Построй пилон и трать. Пилон не надо. Это, блядь, Нексус. Давай быстро не работает. Что-то как-то не особо ускоряется. Не, ну она быстрее, все равно проходит. Ну, блин, я думал, то побыстрее будет немного. Ну, как бы скорость не особо ты. А, вот, это войска. Вот, да.
Что ты прёшь? Готовый. Димон, у тебя спрашивает, котяра, почему ты не живешь у Романа? Я даже прям не знаю, что ты. Может, мне потому что в столице лучше живется? Здесь как-то приятнее. Построился? Ты ни хрена не построил. Да не надо, я нашел, где это изучается, вон. Ладно, будешь лишним. Ускорить нельзя? Энергии мало. Мало разве у тебя там было? У тебя же до сотни накапливается. Во втором здании есть. Я тратил. О. Смотри, у тебя сверху там красная точка, видишь? Да, да, вот я сейчас как раз туда иду. Мы готовы к атаке. Готовы к атаке, так, так, так. О, Нептун. Нептун выпьет деньги. Чё говоришь? Нептун. Значит, у них есть деньги. Ну да, вон, видно, собирают. Остатки потом не остались. Какие-то. Я тут пройду? Нет, я тут не пройду. Чё за тупик-то? Так, ну по сути все, сейчас на главную базу пойдем. Ну да. Сейчас у тебя улучшатся эти кораблики. Да, пожалуйста. О, а на улучшение она действует? Да, вот действует. Мужики, вы сейчас. Мужики. Жесть. Почему пробы не могут стянуть? Сейчас вообще не станет ее, быстро. Бегом! Ну иди ты схватить, а. Убейте за это. Да, рабочих убьют. Короче, рабочие такие побежали. Пусть туда таскают, пошли в жопу. Давай, улучшай быстрее. Медленно, но пусть таскают. Ну да. Ну не буду я строить уже, пошли в жопу. Ну да, уже как заканчивать надо с этим. Наше преимущество неоспоримо. Ждем указаний. Наши войска приближаются к храму. Да неужели? Мы должны собрать все силы и нанести массированный удар. Оттащивай руки, а. Войны, сражайтесь изо всех сил, и мы захватим храм. Тушьтесь, ребята, тушьтесь! Эта битва покроет нас славой! Мной покроется. Я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. И один такой, смотри, у тебя Зилок прорвался, бьет храм дверь. Да, чтобы наверняка у них тоже. Не трогайте их стенку. Что-то у тебя сухопутных нету. Не кончили как-то. Последний остался, и он умер. А, твои батоны тут справятся. Твои батоны, они вообще самые лучшие. Давай, эти все пыжат-то, блин. Улучшение
А что они идут? Ну, как-то у них было задание. Я говорю, пока не убьют, они его все. Да не то потом на подкрыли и обращаются. Мы готовы к атаке. Все дроидики. Что, 12 таких перехватчиков? И сейчас такой быстрый снос двери. А, ну тут чуть очень быстрый. Наконец-то путь к храму чист. Где мои патроны? Да. Однако тандарим. Пошли на базу, полетели. Кто легко сдается. Они придут за своим владыкой и приведут с собой армию. Иди же. А если календарь заказал? Найди в этом храме ответы на свои вопросы. Чё? Календарь заказал на стенке большой. Ты? Со своей фотографией с Хэллоуина. Ты? Да. Ого. Что у меня на аватарке. Так прикольно, мне понравилось. А Дум Теридас. Завтра послезавтра. Ой, ужас. Завтра-послезавтра заберу. Ребята, а вы уважаете президента Путина? Я уважаю Путина. А мне по барабану. Мои воины будут охранять вход. А? Чтобы вы заставили не смогли проникнуть в храм. Да мне по барабану как-то. Открою тебя тень Тассадара, друг мой. О, сейчас начнется. Мудакня. Бляха. Ты чихаешь или кашляешь? Кашляю. Тогда не будь здоров. Окей. Владыка, в храм проникли чужаки. Вскоре они будут здесь. А, ты по храму бегать будешь? Угу. Я свяжусь с повелителем. Как прикажет клинок Мамуна? Мамуна? Наверное, не услышал. Или Мамона. Сироту, Талдарины пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, Талдаримы подозревают... В каком месте запечатан? Просто перепрыгни. Мои тамплиеры сражаются с противником. Каким противником? Я там всех уничтожил перед храмом. Ну там за карты появились. О, блин. Или карты увеличились. Смотри, собери мопса, вон он, лев справа. Они сидеть должны на этих. Я их так расставил. Ты обращаешься ко мне? Кому, блин? Я обращаюсь. Аге. Отправьте этих неверных в пустоту! В мусорку! Силовые поля. Нам придется использовать скачок. Либо подождать, когда у них закончится энергия. Ну да. Ладно, скачок. Будем на это угрожать, ребят. Не успели победить. Я верю тебе. Нам нужен качок. Фотонная пушка может меня обнаружить, но доспех пустоты укроет нас от ее выстрелов. Окей. Восстановится равновесие. Блин, не все. Бессмертный. Одного теневого удара будет достаточно, чтобы с ним справиться. Хорошо, хорошо. Ты моих подожди. Избавься от него, пока он не начал убивать твоих сталкеров. Ты обращаешься ко мне. Ни секунды без боя. Раньше они просто говорили Антарату. А теперь какой-то шакал. Талдарим пошли в
Дарим укрепили храм противовоздушными пушками. Зерату. О, смотри. Нас хвалят, Димон, что мы делаем долгие стримы, а вот Ромка делает короткие. Я бы сейчас пошутил. Но Ромка видит, что любой бы подключил. Насчет коротких и длинных стримов. Что там крутится? Пушка, что ли, какая-то? Да, да, да. Надо ее уничтожить. Она храм защищает снаружи. О, новые рекруты. Высылаю подкрепление. Я жду. Один маленький кораблик. Ага. Черт. Я здесь, среди теней. Ну ладно. Это честь ведет меня. Айор возродится. Иблит. Один теневой удар. И с тобой покончено, чудовище. Так, сначала это, потом вот это. Эн-Арутин. И он застрял. И надо прыгнуть. Тебя просили сделать теневой удар. Да я запутался в кнопках. Тебя распутать. Я ощущаю впереди наблюдателя. Он раскроет мое присутствие. Да кому ты нужен? Нужно обойти его стороной. Да давайте уже сюда. Эн-Арутин Расшакал. Во. Айор возродится. Щит повесит. Эн-Арутин Расшакал. Во. Опять мы все влезли. Слава перворождённым. Дебилы, да? Пипец, это как можно так. Давай, ты где? Искупление. Я тут. Да не ты. Фазак мог был. Щит. Немасимо. О, иди этим теневым ударом. Круто. Это как-то щит не особо помогает. По-моему, только от фотона помогает. Походу, да. Так, еще. Я могу сюда прыгнуть? Навыки пригодятся. Блин, не могу. Меня ждет. А зачем ты хотел сюда прыгнуть? А тут стоит херня, которая спрыгнет потом сюда и будет меня бить. Вот эта многоножка. Высокая. Похоже. Впереди нас ждет еще одна пушка Талдаримов. Только не сделай, ты только не сделай. А, она этих.
Ладно. Кого? Архонта создают. Что они делают? Архонта создают, либо только магию пользуются. Кого она создает, оно? Архонта, вон, видишь? Кто создает? Я еще потом покажу. Еще таких пришлют, покажу. А, типа маленький тот? Да, два из двух маленьких делают один большой. Пан Восстанин, наверное, говорит. Да. Что за первый канал? Смотрел ли ты Формулу 1? Не, не смотрю. Я телевизор вообще не смотрю. Вот он. Что-то красная энергия потекла. Такое бывает раз в месяц. У тебя? Ты уже тоже разобрался. Нет, Димон не знал. Влад, а чё, выпусти этого гада красного. Пусть он мир принесет на всю вселенную. Я ещё не знаю, я тут главный. Ты чё вообще? В каком месте тут главный? А, Нейм, ты стрим ищешь? Задержит войска ОМОНа. Но беседа. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить. Я ссылку кину. Так мы и поступим. В одном. А, ну смысл, да, говорить. А, блин. Я чувствую присутствие черного прилата. Найдите его. Сука! Кинул? Нет! Сука, пропала! Ну что того? Не-не-не, сейчас, все, во-во-во. Так, да, где глядеть щитовод? А, не на щитовод, ему сумку положил. А он в щитоводе. Да, ему нужна на... А, да-да-да. Он же по-другому не может зайти. Только сейчас надо именно здесь. Я изгоню демонов. Шозак, моя ноша, меня ты. Жизнь соповелителя! Меня кого? А, они тоже архонта создают. В смысле ломать? Моя ноша не посильна. Ну, видимо, его кто-то на улице поймал и ломать начал. Эта пушка должна быть последней. А он про потомка или про что? Он про пушку, которая это большая. Опять не влезли. Куда они пошли? Не знаю, где я спрашиваю. Они делают, что хотят, блин. Куда они идут? Ты уничтожил все нейтронные пушки. Ты тоже, блин. И теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов. Сражайтесь с честью, братья. О, они сразу там, смотри, появились. Ну да.
Че, будешь делать Архонта? Ну да. Вон эти два чувака. Да, вижу. Либо у них магия есть. Противодействие не получится делать, там молния, там тра-ля-ля. Да ему стрима не хватало. Лицо зачесалось, паника поднялась. Понятно. Толкайте его. Он сам ходить не может пока. Скинул его в пропасть. О, привет, ЛЗ-1. Кто? Шляпом говорит. Да не, я так. Прикалываешься? Ну. Ну, видишь, шутка не прошла. Я чувствую здесь присутствие великой силы. Да, да, этот да. Этот да. Храм словно не... Какая-то миссия по счету Запротусов? Третья или четвертая? Третья. И красного властелина. Да, да, я понял. Сразитесь с предвестником гнева темного бога. Да пожалуйста. Раздвоится. Так, все полюбы подходят. Ломай катализатор пустоты, ломай его полностью. Совсем дедыщ. Сироту, найди ключ, что дарует вам надежду. Тассадар? Как это возможно? Талис, мне было видение. И мне было видение. Нашел путь к нашему спасению. Все предъявим мне вот после поездки. Ты что творишь, мудак? Я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Еще сколько бы их ни пришло, их всегда останется в пути. У тебя что-то экран трясется, прекрати трясти. Мне нужно уходить. Родосы крутые, спрашиваю. Ну, Владу нравится. Родосы крутые, да, мне нравится за них играть. Ну все, побежали обратно. Ой, в тебя плюют. В тебя врагами плюют. Немедленно выдвигайся к нам. Тут прыжок нужен. Да не уже. Да я отвечаю. Я даже не слышу, что он говорит. Делай потише шум битвы. На ему пришло сообщение. Норка по цене пуховика. 1000 шуб, просрочка 2 года. 15-17 декабря, ЦДК, октябрь. Иди покупай! Ну да, нужно и... Другой выход. Норка, дырка, шкурка. Норка по цене пуховика. Норка по цене дырки. А, так ты не знаешь, где это? Так гуглит.
сзади один бегает туда-сюда. Да, нет, пожирнее, блядь. Не помещается. Народ, вверх не выходим. Так, Димон, а как ты это увидел? Он написал, что мне кажется, или котяра бы худел. Мне интересно, где он это увидел? Я думал, увидел картинку кота. А я думал, вот на того монстра его посмотрел. А, ты тупо их оставляешь позади? Ну да, мне надоело. Если можно скипаться, то почему бы нет? Во-первых, это же на время надо убежать. Ой, у тебя еще целых 2 минуты. А ты уже добежал. А, по фото, ну да, по фото. А ты уверен, что там котяра? Блин, жир на жопу не пролез. Щит! Щит! Всё. Ну ты не пипец ли, а? Кем мне что-то жрать? Я вижу, ты уже рядом. Да я рядом. Считай мне тут. Слепи этого. Всё. Всё, я прошёл. Чуть не грохнули. О, дурачина! А вы куда пошли? А ну защищай. Я тебе посмотрю на это. О, а на вас щит будет действовать? О, да, прикольно. Третья миссия. Негласный символ незапланированного момента. Ну да, ну да. Это бесконечно будет, пока времени кончится, да? А ты убежишь, ну что ли? А мой еще будет. Ладно. Ну, стрим-то уже закончился, народ. Где? Вот сейчас вот все это пошли провести. Проводы. А-а-а, круто. А вот и твой корабль. Да? И куда ты полетел не туда? А, развернулся. А выход полетел. А что ты ко времени ориентируешься? Право закончили. Ладно, еще поиграем. Пророчество исполнено. Для души, да? Да, на все основные миссии. Я просто думал, разделю. Можно будет, кстати, эпоху империи тоже пройти. Она на одного. Там можно вдвоем играть. Вдвоем на прохождение? Не помню насчет на прохождение, но вдвоем можно за одного играть. Да? Будет посмотреть просто. Ну мы ж купили, надо будет попробовать. Ну да. Все, пошли. Теперь основной сюжет. Поехали. Новая МВС вперед. Рой опустошил наш мир. Уроды. Наш гордый народ был обречен на изгнание. Гордый, задрот. Нихера у них волосы. Но... Ну а чё, коса, как в этом? Никто не разрушит это наше единство. Я не знаю. Ну где все эти синие? Связывает... А, я понял. Священный... Слушай, как он называется? Аватар, вот. Да. Как
Я надеюсь, они не вставляют их, куда эти ворот? Ты тоже вспомнил? Да? Убегаем, убегаем. А что ты убиваешь? Это не мои. Шлёпа. А, нет, это не мои. Это жирки. Кстати, Нейм Гайвер хороший. Угу. Два мужика или мужик с бабой? Ну, какая разница? А ну что? Сейчас в этого... О, ни хера себе. А, ну да, Архон. Да, это тоже прикольный Гайвер. А эти вот так вот. Гидролиска бьешь? Да, нет. Ультралиск. Литролиск? Ультра. Ультралиск. А, нет, на им, по-моему, не снимали новую версию Гайвера. Не слышал об этом тоже ничего. Я тебя убью, лошара. О, вон. Так вот как он выглядит. Мы вернем родной мир. А он... Пилон не должен телепортировать. Он может, но если есть пилон, туда телепортироваться можно. А, так, ууу. Я могу построить базу, вот эту, которая строит юнитов. Если пилон будет на другой базе, я могу телепортировать сразу постройку туда. Построившихся туда. Понятно. Великое зло угрожает голову. Понятно. Темный бог Амун вернулся, вняв пророчеством Зератула. Керриган велела повела рой зергов против сил прислужников Амуна, гибридов, в надежде остановить близящие... То есть зерги снова хорошие союзники? Близящиеся уничтожение всего сущего. Больше не опасаясь угрозы со стороны королевы зергов, иерарх протосов Артанис собрал огромный флот и покинул Шакурас, планету темных тамплиеров. Он хочет восстановить боевую славу своего народа и отвоевать свой родной мир Айюр. Ну да, зерг опять же с нами, но сейчас почти не так. Увидишься. Не хочу я смотреть это. Сейчас будет красивое счастье. В смысле миссия. Пейзаж красивый, что ли? А я думал, это яйцо, а это планета оказалась. Ну, может, у кого-то яйцо с целой планеты. И ролик сейчас красивый. Развратим. Сегодня мы вернем то, что утратили. А ты кто такой? Вернем наш родной мир. А ты сейчас про него только читал. И пусть свет Кхалы ведет нас. Теперь уже спрашиваешь, кто это такой? Зерату? Флот вторжения. Не, тот, который отправился с планеты с огромным флотом темных этих. А, я уже смотрю. Зерату. Тамплиеры! Спасите предателя! Нет! Нет! Выслушаем его! Грядет последняя война. Амон темный вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амона захлестнет всю галактику. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Айю. И это лежит на мне тяжким бременем. Артанис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Не хочу! Мы через многое прошли вместе, Зератул.
слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Держите! Начинаем вторжение! Телепортируемся! А чё ты радуешься? Ты Зератула не послушал. Не я, а он. Ты! А меня заставили мне выбрать. Радуешься ты? Мне не дали выбора. Как будто бы ты согласился. Но я бы Зератула послушал. Прикольная штучка, но мне не дадут ее поуправлять. Ну потом будет она вообще. Ну когда-то будет потом, далеко, в 24-х миссиях где-то. Вообще-то в 17-й уже будет дадут. Хорошо, посмотрим. Ну это ты забудешь об этом. Отличная работа, Селендис. Как только каналы искривления будут очищены, наши войска нанесут решительный удар по всей поверхности Айва. Тамплиеры ждут твоего приказа, Иерарх. Иерарх, вот он кто. Кто? Иерарх. Это типа от него пошла иерархия, да? Наверное. Что-то у тебя большое войско слишком. Ну да. Я говорю, это миссия халявная. Ну первые миссии, они в принципе халявные. Идите же и верните его просто. Да, тамплиерные. Потом появятся иллюминаты. Я направила вам на подмогу нескольких колоссов. Надеюсь, они тебе пригодятся, Танис. Три ноги, блин. С четырьмя ногами. И правильные три ноги. Да, четыре ноги. Хорошо. О, ходят тупо по армии. Молодежь. Ты что творишь? У меня спросили, можно вам выйти погулять? Нельзя вам выйти погулять. Нельзя тебе выйти погулять. Вот, теперь мы будем уничтожать это. Да, блин, все равно делать как хотят. Ну сюда дорожка я вижу. Значит, куда идет? Рядом с твоими воинами расположен Улей Зляков. Уничтожьте его, если будет такая возможность. Да пожалуйста. Атакуйте! Ладно, тебя не бьют, да? Они бьют меня, но они меня не убивают. Это что за летающие хреновины полетели? Не знаю. Они будут периодически летать. Ну-ка сбей их. Теперь мы можем заняться каналом искривления. Подкрепление. Ну и какую мелочь мне дали? Сейчас таких колоссов. Ты чего убил-то? Я случайно, опять. Любитель. Зила там дали. Которые мне нахер не нужны. Ну да. Не, ну почему как пушечное мясо? Ну вот если тоже. Если тоже. Если ты, если только, только. Только зиусы. Что-то как-то он быстро летит. Да, подкрепление. Опять-таки дверь какая-то. Опять. Талан? Кто такой Талан? А, это был телепорт Талан называется. А куда мне? Куда мне? Если вы уничтожите, это нанесет зергам сокрушительный удар. Если вы уничтожите, сделать неприятное.
Хотя у нее странная роза какая-то. Ах, вы говнюки. Моих нет. Спасибо за помощь, Ира. Ну все, армия, ты больше не нам присоединиться к тебе. Присоединяйтесь. Я не против. Да. Они либо присоединятся, либо я их убью. Воины, уничтожьте его. Добро. Мы сражаемся как один. Рой? Рой? Вы, Роза. Мы пал. Идем дальше, братья. Давай-ка посмотрим на Розы. Улья, папа. О, какая у него рожа. Вроде большая, а рожа-то и... Пипец. А у этого вот эта рожа. А у этого. Мы будем служить. Рыбка! Рыбка! Башки аквариум. Так, рыбку еще будет. А, но она появляется не всегда. Наша служба бесконечна. Я чувствую. Это говорили о приколах как раз. Старкрафта. Что и есть такое. Что ты предложишь? Мы. Что-то вот там. Я мне пройти не могу даже. Но у тебя есть толки. Да? Зато оно и первое место. Сколько у меня? 72, 71 единиц. 70. Сейчас еще прибавим. Сигнал всематрицы подтвержден. Подкрепление телепортировано к вашему местоположению. 90. Пустота. Мы. Я. И. Что? Мы. Пусто. Я. Что? Ну и что? Я пустота. Мы. Я. Ты пустота. Ну он так говорит. Может ты простота? Да нет. Ты просто та самая, да? Главное, что вы простота да, ударение стоит нормально. Ну да. Ладно, быстрее. Еще один улей разрушен. Остался последний. Еще не дули, а уже разрушен. Я народ, да, или как? Ну во. Блин, еще толпей нетик. Сделай тут. Ради возмездия. 99. Сердце тьмы. Чё? Мы едины. Вот у тебя 99. Да, да, да. А это что за шар? А это портал, я который освобождаю. А, чтоб тут сюда основное войско? Да. Пустота. Мы едины с тенью. Мы. Да, блин, это просто можно. Пугалыши, моя армия пройти не может. Я вот тут пробки состоять. Зоны не похожи на действия диких зрядов. Ты прав, Зератул. Ими движет невидимая сила. Мы должны быть на страже. Армия уменьшается. Успел телепортировать мне? Что ты сюда твой? Ты? Успел. Я. Мы едины с тенью.
Гули не интеллигентный. Огромный пилон. И еще один. Тут много. Два больших пилона. Да, мы тебя как раз два. Раз и два. Каналы истребления в безопасности. Наши корабли выдвигаются, чтобы принять бой на поверхности. Вершитель, прими командование вторжения. А нам, Зерату, предстоит обсудить последние события. Мне нравятся протосы, я за них всегда играл в первой части. А здесь я еще особо не освоился, я не могу сказать. Пока я освоил только две расы, тиран и дозерник. В плане обороны протосы идеальны просто. А, не, ПВП тут очень даже крутое. Да, ты погляди на ютубе видосы старика. Да даже те же соревнования какие-нибудь по старику, там такие армии. Хотя бывают там так, что один чувак бежит одним чуваком и выносит всю армию. Ну это Russian, если идти, так обычно удержки делают. Быстро там три собачки создал и побежал в главную базу и соседа, вся. А ты как дебил отбиваешься работу. Потому что ничего не успел построить. Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Крахау. Он и есть ключ из видения. О, опять эта палочка. Слушайте, палочку кинешь? Угу. В конце времени. Думаю, ключ приведет нас к ним. Ну да, понятно, что в ПВП по-другому развитие идет против определенных рас. Твои сомнения напрасны, юный Артанис. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Я бы не сказал, что это и суть старика. Ну, вообще-то это и есть смысл старика ПВП. Нет, все-таки у них очень хорошая сюжетная линия. ПВПшная. Энтаро Артанис, брат. Зерату, ты должен забрать ключ Зелнага у Джеймса Рейнера. Мои же воины восстановят питание копья Адуна. Этот корабль будет незаменим в грядущих битвах. Да укроет тебя Тассадар своей тенью, друг мой. А можно без него? Без кого? Без Тассадара, чтобы он меня чем-то укрывал. Нет, смущает. Под мышкой укроет. Не хочу. Газ из каждого веспенового гейзера и минералы из каждой друзы могут собираться до 3 рабочих. До 3. Достаточно количество рабочих, ключ к созданию мощной армии. Ну, я так обычно и делаю. Да я вот тоже думаю старик купить, но как-то уже не соберусь. Как ты уже прошел, да? Слушай, вот как раз ради ПВП я бы и купил. Ты жрать не умеешь. Да я умею играть, не похоже.
А что тебя смущает? Этот район уже должен быть. Ты играешь почти на самой легкой сложности. Если я поставлю сложный, вам не будет интересно, там, если некоторые миссии дважды проходить будут. Ну, интересно, какой? Понятно, что будешь дважды проходить. Не все. Некоторые будешь переигрывать по 10 раз. Какашка. А куда это ты убежал? Но он тебе не нужен. Нужен. Сердце. Будьте осторожны. Враги повсюду. Он и тут, и тут. Пустота. Мои нам. Что значит враги повсюду? Чтобы перебраться. Пойти повсюду. Нам понадобится использовать скачок. Ради возмездия. Просто скачок подальше направляй, чтобы они места побольше было. Мои навыки, брига, пустота. Металлиски, направьте на них нейтронные расщепители. И где твои расщепители? Голос отмения. А где нейтронные расщепители? Не знаю. О, база моя. Тамплиеры. Я не чувствую их присутствия в Кхале, Зератул. Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Кхалы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Кхале лишь пустота. Расстрать на него. Тени окружили... С большой горы, да? Да, слепко-то. В смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Да вы дайте мне работать уже. Спаси Артаниса. Ну, сейчас один пион поставит, блин. А как, без пионов мы будем? Темный прилад Зератул. Я Каракс из касты Халев. Каракс, друг мой. Я думаю, это надо. Мы должны как можно быстрее. Два на два в Старкрафте. О, господи, я думаю, комп такой не потянет никакой. Потому что если каждый пойдет в развитие войска, это писец же будет. Ну да. Хотя играют. Не, ну я, конечно, видел, что там по 5000 этих войск с каждой стороны, блин, атаковали. Юниты здесь ограничены. Не, они специально делали. Значит, отдельная карта и 5000 войск с одной и с другой стороны ставили, просто на проверку. 5000 зергов и 5000 протосовских этих, как их, первых воинов-то. И кто кого, типа, побеждает. Просто запускались с двух сторон, но 10 тысяч воинов на карте. Так, надо скорость игры увеличить. Не хватает минералов. А, это постоянно крутится будет, я так понимаю. Да, ускорение, видимо, постоянное. Не хватает минералов. Мне надо собрать карту. Не, комп не взорвался, видимо, крутой комп. Тем более на той карте, как бы, кроме, ну, чисто пустая карта, просто без всяких кустов, расщелин, просто ландшафт и войско два. Потому что, ну, я думаю, что если еще с ландшафтом там они делали, ну, я думаю, они бы долго это делали, поэтому решили не париться с этой хренью. Тем более, если делать какие-то горы, там в проходе могут застрять. Да, да, да. А что у тебя там эти зелененькие горят, что тебе надо сделать? Нажать и построить зиота или кого-то там. Но сначала я хочу себе... Не хватает минералов. Минералов. Ну и строй сразу на газ. Ну да, я вижу, она постоянно будет крутиться. Топли, минерал уже в плюсе.
Теперь мы не слышим, не хватает минерала. Круто, Неймчо. Это про что? Героев? Герои третьей карты мира. С городами, видимо. А-а-а. Ну как в реале, типа. Просят. Окей, ладно, построю, что они хотят. Но сначала все-таки. Так, все сюда. Одного этого. Прекрасно. Но чтобы справиться с более серьезной угрозой, стоит обучить еще нескольких воинов. Естественно. Естественно, куда без этого. Нексус полностью восстановлен. Как только воины будут готовы, ты можешь приступить к своему заданию, темный прилад. Да, понятно. Как скажешь, батенька. Жизнь за Ай. Зерату, зерги готовятся напасть. Приготовься обороняться. Ты не зерату. Что ты? А, я могу только на одну базу сделать, пожалуй, вот эту. Понятно. Она перекидывается, видишь? Мои навыки. Так, вот тут еще где-то минералы есть. Ну, к примеру, вот это. Он пустоты. С его помощью я смогу призвать неразимов. О! Мы пришли на твой зов, темный прилад. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Как много. Хорошо. Блин, пионов хотят. Вот зергами в этом плане намного проще. Построил правитель и сейчас сюда пойду. Так, я думаю, не все очень простая вещь. Какие-то надо тут делать? Среди теней. Ради возмездия я здесь. Среди так, теней. Одна вот эта. Окей. Пусто. Я. Быстро уничтожаем. Мало всех. Идем дальше. А это даже ни хера не добывает. А, рабочий продается, блин. Я здесь, среди теней. Мужики, вы чё? Не обижайте на... Да что? Четвертым. А, это еще строится.
Все, хватит этих. Так, вопрос у протосов. Пехота помощнее будет всех остальных? Да, да. Один зилот у них мощнее 4 зерлингов и 2 маринусов. И все это из-за защиты. Да, да. Причем щиты восстанавливаются, это очень удобно. Собственно, и математика в первой части была такая же. Один зилот стоил 100 минералов, 2 маринуса по 50, равно 100. И 2 зерлинга, которые подвое же рождаются, 4 зерлинга тоже равны 100 минералов. Они так и обрумяются, выравниваются. Жизнь вот и затмил разум этих зелотов. Должно быть здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Ох, тише. Мои навыки. Жизнь а что вы по одному бегаете? По двое бегаете? Стесняетесь? Я никому не скажу. Пустота. Просто убьем, сажаем спокойно. А потом дальше. Кстати, я вот играл за зергов, у них же правитель не был транспортником. А что, у него транспортник правитель? В первой части, да. В первой части держит. Перепрыгни направо. Ага, сейчас. Мои навыки прекрасны. Давай повыше. Жизнь за Аю. А вдруг там катают меня? Заманчиво. Похоже, это последний пилон пустоты. Окей. Мы вышли из тени. Очень разумно. Мои навыки. Что жизнь за Айжа? Эх, что за хрень? А. Строить воздушку. Да, все, вспомнил. Батон валяется. Артанис, держись! Мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Сейчас вот это станет твоей базой, а та твоя станет его. И ты так будешь и 2 часа бегать туда-сюда. Так. Здесь, на Аюне. Над... Максимально сильных юнитов столкнуть. Я за собой? Да, разных рас. Ну слушай. Попробуй на им посмотреть на Ютубе. Там наверняка есть. Потому что там разные сталкивают. Здесь еще не слишком поздно. Эти голоса шепчут о забвении, о спасении. А это что за табуретка? Моя ночь.
А, они захватывают разум мои. Жестко. Я ищу стезю, ведущую к спасению. Если моя ножка, ты обращаешься ко мне. Моя ножка в глазах. Гнев. Ярость. Ты один. Ты остался один, Зерату. Не отвергай единство, которое он предлагает. Они за это. Это запланировано. Ну, конечно. Да, Антарик. Что за окно? Убежал. Я слышу его шепот. Ну давайте глаза красните. Не знаю, я буду поглотить тебя. Это вечная ненависть. Он отвернил хаб. У него волосы встали. Блин, какой-то это бой. Скайуокера и Оби-Ван. Хотя, судя по их прыжкам, это скорее Йода и... Не знаю. Сид. Кастрат. Ключ приведет тебя из Зелнага. Поцелуй его. А вдруг под маской что-то страшное? Че, жалко Зератула, блин. Ну давай, плачь. Плачь, чувак. Бриллиантами плачь. Одевай это вместо на косуру свою. Да ты сейчас. Мне базу дадут, в конце концов, или как? Так нечестно, я базу хочу. Иди из подушек построй. Я, по-моему, выше этажом вольной борьбой занимаюсь. Смотри, чтоб на тебя не упали. Да, вот ты боишься. Голые бойцы. Это что за кукушлан? Насилуешь.
Кузнец. Артанис, хвала богам, твои нейронные узлы. Их нужно отсечь. Это уже сделал Томми Тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Их надо кастрировать, чтобы в них не вселялись. Планету пока не поздно. Другие. Погинуть? Как? Ну, логично. Адуна все еще покоится под руинами Паршакала. У него древние генераторы. Если отрезать, так и болезни не будет. Что, Паршакал идет? Отправляемся в путь. Дайте мне базу. Шлепки. Построй с подушек. Мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить... Или перестрой кровать. Я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Батарея щитов? Да. Хочу. Хорошая штука. Да, восстанавливай щиты. Быстрее. Чё, Неймс, какой новый? Что новый скоро? Новый сериал выйдет? Копье Адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце Конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Хорошая идея, Нейм. Только мандаринов еще надо взять. Почему ты бежишь от спасения? Селендис. Ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна. Угу. А что ей отрубать? Магическое ядро уже включается. Но остальные четыре еще заблокированы слизью. Одну. Вторую оставить. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки копья Адуна... Ну, Нейм, можно и себе купить, чё уж. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. Хотя бы один. Мне много их надо, всегда. Один. Нет, делайте свой один пилон. Иди строй пилон. Просто не так. Ты можешь вызвать пилон. Откуда? Способности твоего чувака. Эти фотонные пушки могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Его можно вызвать с помощью копья Адуна. Видишь? Кнопку вызвать пилон в верхней части экрана. А, вот это. Теперь противников в радиусе поражения могут обстреливать наши пушки. И если они при этом получат урон, батарея восстановит их щиты. Да, Димон, будем на Новый год спать. Все уже старые, дряхлые. Ну, мандаринок покушаем и все. Тут вообще два входа, народ, и все. Второй вход твой нерабочий. Это черный ход. Оттуда не вылезают. Бухать? Не, Димон, ты что, какой бухать тут? По возрасту уже не подходит. Теперь мы можем преобразовать наши врата во врата искривления. Это позволит нам вызывать воинов в любую точку на поле боя, где есть пилон. Вот про что я говорил. Так, мне нужно вот это. Все-таки этому проходу не доверяю.
Так, и щиты. Самое главное — щиты. Не хватает минералов. Не, Димон, точно не будем. Это не модно. Мы 28-го будем. А потом 1-го. Ну и чего мне они это дали? А я потом еще и 4-го. И 7-го. Жизнь такая штука. И смысл? Я могу, по крайней мере, не на базе их строить. А там, где мне удобно. И почему туда лестница идет? Ну посмотри, что там. К нашему Нексусу приближаются зерглинги. Надо укрепить оборону. Это что за хрень? Сканеры засекли поблизости обесточенные врата искривления, это вот это. Вызвав рядом с ними пилон, где я строю идиоты. А, это может чужая? Вражеская? Ну, может и моя. Я рекомендую воспользоваться способностью копья Адун. Хотя наши зорги тоже могут справиться с этой задачей. Вы же вообще супер сделали, что все автоматически делается. В первой части надо самому заставлять идти это все делать. Да, Димон, мы уже. Ты уже спрашивал это, мы уже ответили. Влад ответил. Все возможно, в теории. А насчет практики мы подумали. Было несколько неудачных моментов. Брали людей, а потом такое начинало. Врата искривления готовы к работе. Так, мы можем немедленно начать вызов войск. Срочно, понятно, да, быстро. О, а что, насколько мощно она может, много может собирать. Каждая открытая дает новую вот эту херню, насколько я понимаю. Каждая открытая вот эта. Ну чего? О, она работает, блин. Ну да, работает, конечно же. Тебе надо таких две. В смысле две? Найти? Три. А, все, понял. Понял. Че ты понял? Что надо столько. Нужно настроить жизнь за Ай. Блин, пилон хотят. Так. Все так. Хотят мой пилон, да? На газ, срочно. Так, БП. А, БЕ, блин. БП. В первой части это было БП. Молодцы, сбивай, парень. Подождем. Что за табуретка? Такое раньше не видел. Магия заканчивается. Да ладно, парень, идем. Вообще там что? Не маленький. Так, чините быстро. Второе энергетическое ядро запущено.
Сенсорные системы копья Адуна активируются. Угу. Не отвергай свою судьбу, Артанис. Твой народ наконец обрел истинное единство. Какой есть? Не у тебя. Сенсоры готовы к работе. Да я и не про себя. У меня красивый голос. Нашему Нексусу приближен. Я вообще прекрасен. Откуда они появились? Сталкеры, уничтожьте их. Они телепортируются. Прилетают. Так, будет ли на Новый год стрим? Наверное, не знаю, может быть. Сам возможно... Новый год нет. А? 31 на 1 нет точно. Ну это да, может 30-го. Да. Или 2-го. Ну 1-го тоже возможно вечером. А, ну да, 1-го тоже. Ну посмотрим, какие... У тебя выходные или как? Я в отпуске до 3-го, 3-го у меня. А, ну, круто. Да, я круто. Я шикарный. Я тоже. Так, нам бы улучшение сделать тогда, если есть возможность. Тогда это перекидываем сюда. И улучшаем. Ой, как долго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, то проще сделать... Несколько штук построить сразу и все. И еще одна стая зерглингов приближается к Нексусу с юга. Каракс, я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Ну, я жду с юга где? Пустота. А вон они. Где? Они вообще на самом юге, вон, посмотри, зеленые точки. Хорошо. Да это не то. О, все, значит, здесь мы отменяем вот это, а здесь показываем по одной. Так будет идеально быстро. Что ты предложишь, я сердце тьмы? О, смотри, как можно, эти здесь, а строить можно здесь. Но только вот на этой. Ну, ты понял. Что ты предложишь? Так, я не понял, мне только вот это дают, а? Мне сейчас еще откроют или так? Что тут у нас? Осторожно, Иерарх. Ты приближаешься к Улью Зерга. Я понял. Он хорошо охраняется. Я понял. Твоя ошибка. Так, я сталкера скажу. Для сталкера надо кибернетическое ядро. Давай, иди сюда. Пустота. Так, дальше наверх нельзя. Сюда можно. О, гидравить. А, тоже прогаляй меня, да. Сердце тьмы. Все против тебя. Даже земля под твоими ногами горит пламенем моей победы. Двойной голос, слышишь? Угу. Там женский тоже. Димон просит посоветовать ему бухать и не бухать на Новый год. Ну, это твое личное дело. Бухай и не бухай. Советую. База атакована. Бухать, не бухая. Но бухая. Что ты, война? Что ты? Я прибыл в славу на поле боя.
Я здесь, среди теней. Так, тут были что эти ты, мои мне навыки надо пригодятся тебе. Пустота. Мы едины с тенью. Бегом. Переходим все дорогу, быстро. Все, красный. Не сопротивляйся. О, тут еще одна должна быть. Да, последняя. Тут остался рабочий, я остался. Да в конце концов ты летит к нам. Чего я не могу? Вот так, все понял. Все. Отличная работа, Иерарх. Я знаю. Теперь все заброшенные врата искривления под нашим контролем. Сейчас что-то будет на базе, наверное. Иерарх, мы почти закончили. Нет, скоро копье Адуна сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Довольно. Я положу конец этому циклу. Я сейчас положу конец. Она девушка. Но ей управляет все мужик. Там он там у себя положит конец, наверное. Иерарх, в этом направлении выявлено присутствие протосов. Энергетического ядра там нет. Да неужели? А я там ведь не догадался. Голос отмения. О-о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 . Чё ты во-во-во-во-во? Они меня бьют. У тебя ж там пушки. Можно так сказать, потрахивают. Если можно так сказать. Ого, тебя реально держат. Тебя дерут зерги. Я здесь, среди тебя. Тебя надо посильнее укрепить это место. Блин, я деньги потратил. У тебя же еще много. Еще один щит, дерьмещит, поставь. Что ты? Да хватит. Купаешь. Ну тут одна херня осталась. Я сказал, что ты. Пригодятся тебе. Синдуры не подложат. Что ты? Вот здесь кто-то. Я сердце тьмы. Будут, блин, едины. Так, ну все. Не
хочешь убить базу протосов, Григорий? Да, и зергов. Ну, он там сверху, слева и справа. Ну, они без меня, ты что? Ух ты, это моя база. Ура! Ой, там червяк выйдет. Да-да-да. Чё его твои фотонки не бьют? А, не занял. Давай улетай уже. О нет, фотонку сломали. Ой, вторую сломали. Так быстро. Однако. Ну, я думаю, мне дали базу, это будет последняя битва. Это была последняя твоя база. На сегодня. Да. И на сегодня я думаю, ох ты какой красивый. Я? Спасибо. Длинный. О, да. Но ты не смотри, не засматривайся. О, какая долгая загрузка. Да, бывает такое. Да, это база. Щит, не даже есть. Как они так быстро расплодились? А половина, наверное, спалала капсулы в этих. А... Еще видишь, сколько спит. Им сейчас, всем отрезать? О, да. Пока спят, кастрируют. Знаешь, я тоже приду, пока ты сидишь. Нет, я свои не отдал. Кто-то отрастил. Ух ты, какая-то. Вау. Это все минералы? Нет, это база этого Супермена. Ледяная крепость. Да-да-да. Я не знаю, откуда это. С этим судном мы отомстим за случившееся. Ты не смотрел Супермена? Я не знаю, откуда эхо. Нейм нашел эхо где-то. Наверное, в туалете сидит и... И эхо. В туалете, кстати, всегда эхо. Мы полетим. Здесь что? О, кстати, тут другая система выбора миссии, что ли? Не, вся то же самое. Это надо выбрать, куда лететь. Мы должны прекратить это бездействие. О, Олег свернулся. Здорово, Олег. А мы уже выходим. Роб, ты вернулся? Это что за комплимент? Чё? Что это вообще такое? Монолит. Их не было нет. Это не юниты протосов. Точнее, не стандартные юниты протосов. Ну и что? Ладно, на Кархал поедем. По крайней мере, слово знакомое. А Шакурас тоже знакомая. На Кархал все равно. Даже со стационарным компом можно в туалет найти. Можно просто горшок купить. И никуда не ходить. А, как ты не понял. Здорово. Артанис? Дружище. А меня ты не видел. Рад тебя видеть. Друг Рейна, кажется, ты немного занят. Обычный рабочий день. Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса. Голова из Энорда. Нападают на планеты по всему сектору. Никого не щадят. Нам докладывают, что их возглавляют гибриды.
Короче, здесь все повязано в гибридах. Укрепите эти перегородки, все как мелкие опасе. Нужно сформировать линию фронта. Они захватили нашу орбитальную платформу «Небесный щит» и уничтожили атмосферные стабилизаторы. Она теряет высоту, и если упадет, акул граду конец. Мы не допустим этого, командир. Свяжите их флот боя. Не подпускайте к нам. Прямо как в старые времена, приятель. Рейнер, блин, всех знает. Да. И со всеми делятся. Друзья везде, везде враги, блин. Нет, если говорить в горшок, я думаю, это будет какой-то. В горшок говорить? Да. Он в горшок ходить хочет. Так, мы на мостике. В военном совете что у нас? Вау. Клевая анимация. Да, у нас все сделали. Хранитель, выведена из стазиса. Ее нейронные узы целы. Она связана с Калой. Скала. Стой. Я Рахан, великий хранитель Велари и твой советник. А ты, полагаю, командующий вершитель. Темный бог не подчинил тебя? Но как это возможно? Я чувствую тьму, которая тянется к каждой моей мысли, но я не подвластна ей. Хранители обучают контролировать каждое колебание Кхал. Уверяю тебя, я не поддамся злу и буду служить тебе достойно. Я храню воспоминания и личности всех Кротосов. Где Рот? Это ж не продумано. Благодаря этому я могу делиться с тобой опытом прежних вершителей. Вот так без него можно. В этом зале ты сможешь выбирать ненужные тебе войска. Ой, меня арена! Устрой гладиаторские бои. Твои воспоминания действительно полезны, Рахан. Но если ты поддашься скверне Амуна, мне придется тебя уничтожить. Зачем уничтожать? Отрежь ей. А нахер она нужна? Понимаю. Я готова к наступлению смутных времен. Таунии нету. И ты увидишь, зачем нужны эти залы. А может это кожная маска? Может у них это... Она извращенка тогда. На лице то самое... Короче, кожное покрытие. Мы можем начать в любой момент. Давай комплектовать. А вдруг рот у них не так? Так. Выбрать. Теперь выбери один из двух типов войск, которые ты хочешь использовать в грядущих битвах. А, ну это как у Про необходимости в дальнейшем можно будет изменить свой выбор. Тебя ждет множество битв, Иерарх. Ближний бой, драгун или сталкер? И приведи его к победе. Да мне драгун как-то больше нравится. Ну, это по первому старику. Ну, выбери, проверишь. Да, табуретчик, короче. Табуретка. А Зилот это не то же самое? Клинки Аймура. У Зилота, видишь, топор, а у этого клинки. Ну, вообще-то у Зилота были. Крупится, а этот... Что делает? Клинки были у Зилота. А, смотри, у этих рывок... А у Зилота этого крутится. Мне нравится крутяться. Но с другой стороны, рывок клевый. Крутяшки больше людей бьют. Но это не факт, что будет много скомпления народа, конечно. Да. Ладно, ты рывок будет. А, не оглушает еще. Еще круче. Да. Так, архив у нас что? Это то, что я прошел, да? Да. Пройди еще раз. А что-то ты не прошел. Все, я все прошел. Там в некоторых не было записи. Это видеоролики. Их там нету просто. Ох, нет, тут просто не открыл. Нету роликов. Не открыл. Нету роликов там. Потому что ты не открыл. Это сохранялки, я не буду их запускать. Ладно, все, хватит.
Развлекаться. Да, идем на мостик. Говорить с кем не будем. Пошли все. Еще одна миссия? Нет, нет, время уже мне не хватит, 25 минут. Завтра 35 уже. Ну, осталось 25. Ну да. У Влада комендантский час. Да. У меня график. В общем, вот. Что ты говоришь? Не знаю. Эй. Что такое, блин? Ну, приходи. Не знаю. Быстрее с работы, с учебы, откуда ты там? Не знаю. Не повторяйся. Да блин, какой-то звук иногда. Да, вот такой, знаешь, как будто бы этот разряд небольшой такой. Да что это такое? Не знаю. Чё ты говоришь, не знаю, блин, это я говорю. Ладно, да. На сегодня это все. Нейм, приходи пораньше. Завтра в 8 часов ровно будет стрим. Надеюсь, завтра мы починим сайт или создадим новый. Ну, по крайней мере, что-то будет. Да. Какую линию? Куда я дозвониться должен был? Ну, горячая линия. Не знаю про что. Смотрите на собачку, блин. Ну ладно. Ну ладно, всем пока, я пошел за мороженым. Да, каким мороженым? На улицу? Ну да. Блин, вот тебе присралось мороженое. Пол первого, пол двенадцатого. Ну а чё, я и в три ходил. Ну ладно, топай за мороженым. Все, пока. Давайте, всем пока, спокойной ночи, до завтра. Завтра в 8, да? Ты свободен завтра? Фу-фу-фу, не знаю, я, может, задержусь. Ну, не суть, по крайней мере, появишься. Ну да. Ну тогда ладно, хорошо, все, пока с вами. Давай, спокойной ночи. Все, всем пока, всем завалекс, Нейм, кто здесь у нас остался. Всем завалекс, Нейм. Дима тоже, всем пока. Все, пока. Все.